Мы показали не тот футбол, который, ну, который мы играем, который мы хотим привить команде. Но все-таки нам важно было сегодня 3 очка. И поэтому мы сегодня, там, допустим, сказать какой-то красивой игре, чтобы для зрителей мы все-таки более прагматично к этому подошли, просто чтобы взять 3 очка. Десь не дограли на стандартах, пропустили 2 голи. Потім зуміли вернутися в ігру, забили гол, якби все йшло потім до гола. Якби десь ми забили, то, я думаю, могли навіть поборотися за перемогу.